Эту красавицу зовут Джессика. Ей примерно годика полтора. Явно была домашняя собака. Нашли ее в шабанах. Она лежала там мокрая, ждала своей смерти. Но волонтеры ее подобрали. Джессику спасли от пироплазмоза, откормили, привели в чувство. Теперь ищем добрые ручки и теплый дом. Как только собаке будет куда ехать, ее сразу же стерилизуют. Несмотря на то, что она дворняжка, она очень нежная, она очень трогательная, очень любит внимание. Почесонная любит, хорошо гуляет на поводке. То есть, как любая собака, которая познала уже человеческое предательство, будет предана, будет искренне вас любить. Пожалуйста, обратите на нас внимание, несмотря на то, что мы дворяне. Девочка довольно скромная. В роду явно были бельгийские овчарки. А глаза вообще как у маленького олененка. Нрав такой же. Присмотритесь, пожалуйста. Очень срочно нужно найти дома и семьи вот этим питомцам. Дом, в котором они живут на передержке, сносят. Это Мухтар. 30-35 сантиметров в холке. Спокойный, дружит с детьми и котами. Совершенно не агрессивный. Может жить как в доме, так и в квартире. Собаке достаточно двухразового выгула. А это две сестрички из дома под снос. Лохматка Лесси и короткошерстная Люси. Обеим девочкам около года. Стерилизованы, пристраиваются в частные дома. В еде все собаки непривередливы. Вам их доставят в любую точку Беларуси. Были бы хорошие ручки. Мы ее нашли зимой. Она была такая бедная, несчастная, худая. Явно домашняя собака, потому что очень хорошо ездит в машине, очень хорошо понимает полуслова буквально. С этой собакой по кличке Злата у вас не будет никаких проблем. Смирная, добрая, послушная, приучена к двухразовому выгулу. Пристраивается по Минску или Минской области. Достаточно была такая сложная судьба, и хочется ее отдать в руки, ненавязчиво следить за ее судьбой. Очень много выстрадала собака, и мы вместе с ней. Поэтому ищем только очень ответственных людей, которые бы понимали, что собака – это не игрушка. Собака – это член семьи. Ее надо так же любить, как и себя самого. Злате полтора года. Она стерилизована, привита, от всего, чего надо, обработана. Понимает человека с полуслова, полувзгляда. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.